Всестороннее сотрудничество между Москвой и Тульской областью подписано. Соглашение оно выводит на качественно новый уровень взаимодействия регионов. О чем идет речь, сейчас спросим у моего коллеги Максима Бойцова. Он выходит с нами на прямую связь со студии из города Тулы. Максим, я тебя приветствую. Ну что, ты со своим самоваром туда отправился или нет? Уже завершена и началась часть неофициальная. Вот ты видишь, за моей спиной вся центральная площадь Тулы сейчас заполняется. Здесь начался концерт, посвященный началу Дней Москвы здесь, в городе Герои Тула. Ну, вообще, надо сказать, что это город самый близкий из всех областных городов к Москве. Всего 180 километров он находится от столицы. И, конечно, большинство туликов в Москве бывает очень часто. Ну, кто-то там работает, а кто-то, наоборот, ездит туда на выходные. Мы пообщались, кстати говоря, с жителями Тулы, и у многих есть даже свои любимые места в столице. ВДНХ, в первую очередь, Поклонная гора, во вторую очередь, Дом художника, то, что рядышком находится, набережная. Что еще? Пешеходная улица в Москве, то, что новые сделали, очень красивые места, замечательные. Детей везу в дельфинарии, в аквапарке туда, да. А где больше нравится в Москве всего? В Сокольниках. Почему? Люблю этот парк. Мы жили несколько лет там, когда муж учился. Поэтому, да, нравится. Ну, вот ДНХ – это одно из самых красивых мест. А так, конечно, с детьми в зоопарк. Пойдем, наверное, в зоопарк. Парк Горького. Куда еще там можно сходить? На ВДНХ. Ну, тесная связь между двумя городами практически во всех сферах жизни. Это и безопасность, это и экономические отношения. Ну, конечно, как вы слышали, люди очень часто ездят из городов. Москвичи очень любят сюда приезжать, в Тулу, в Ясную Поляну. Это одно из самых главных направлений вот, туризма здесь, в Тульской области. Ну, и сегодня об этом же говорили главы двух регионов. Мэр Москвы сказал, что топ соглашение, которое сегодня он подписал с губернатором Тульской области, позволит этим отношениям, товарообороту выйти еще на более высокий уровень. Речь идет и об активизации поставок продовольствия на московский рынок, пшеницы, овощей, фруктов, активном взаимодействии с предприятиями города Москвы. И первые плоды уже есть. Товарооборот между Москвой и Тулой вырос за последнее время в 1,5 раза. Это при том, что мы находимся в достаточно серьезной экономической ситуации. Ты говоришь, что потенциал у нас огромен. С Москвой нас связывают давние добрососедские отношения в самых разных сферах, начиная от туризма и заканчивая взаимодействием как с законодательной, так и с исполнительной властью. Мы уже сегодня ведем совместную работу с московскими коллегами по нескольким направлениям. Москва – наш важный стратегический партнер. Ну, кроме того, мэр Москвы сегодня передал в дар Тульской области 20 автобусов, которые должны позволить улучшить транспортную ситуацию здесь, в Туле, после чего отправился на возложение цветов к защитникам неба. Есть такой памятник здесь, в Туле. Конечно, не мог мэр столицы не посетить Тульский Кремль, который, по уверению местных экскурсоводов, весьма напоминает Кремль наш, московский. Ну и где здесь делегацию в Кремле московскую, ну, буквально одарили пряниками, сувенирами. И, кроме того, мэру Москвы вручили именную футболку местного футбольного клуба. Спасибо. Спасибо. И такой головной убор, чтобы вас согревал. Спасибо. Ну, сейчас Сергей Собянин Тулу уже покинул, он направился в Москву. А вот Дни Москвы здесь в Туле будут продолжаться. Московская делегация не уезжает. Завтра пройдет ряд встреч. Ну и кроме того, вечером здесь же на площади будет театрализованное представление об истории Москвы. Маш. Да, спасибо большое. Наш корреспондент Максим Бойцов рассказал о важном соглашении. Его сегодня подписали Москва и Тульская область.